Помните, я лайфхак сказал вам сделать? Да, грибной. А, не показал как. Но я не очень люблю монтировать, это долго. Нет, смотрите. Еще раз. Кто не понял. Кулер, бутылка пустая. Отрезал. Крышка делается вот как раз из него. Бах, сюда. Я ножом просто сделал. У меня второй есть, вот специально, из подручных средств. Надо было бы. Дырочка здесь, какая-то веревочка. В машине всегда есть. Да, в грибной. Здесь ручечка. Тоже две дырочки. Веревочка. Провязали. Здесь две дырочки. И здесь две дырочки. Здесь две дырочки. И здесь две дырочки. Вот вам лямка. Вот. Раз. И вообще о нем забыл. Вообще. И это не рюкзак. Здесь можно связать еще, да, например. Вот. И это 18 литров. Ведро по 10 литров, ведро по 8 литров. Забываешь о нем полностью, но это всегда НЗЭК. У меня тут большие ведра, да? Когда идешь, наполнился. И обязательно какая-нибудь поляна попадется, вот обязательно. А пойдешь к машине... Все. Ее позабудешь. Интернет нету. Память плохая. Все старые, больные. И все. И твои лисички, мухоморы или еще что-то не нашел. Буквально 500 метров от машины, если уже можно не сориентироваться. Ну или просто знаешь, что там поляна тоже. Вот набрался и пошел. В рюкзак что-то ставить там и так далее. Ну, это если кто на машинах едет. Конечно, кто из дома пешком, рюкзак надо все класть. Да, и еще вопрос. Где-то там ролик был. О, мы сейчас вернемся. Это же прямо около дороги. Вы такие, ну как же около дороги собираете? Дороги какие? Лесные, охотничьи дороги. Тут проезжает один УАЗик в 2 года, допустим. Вот. И все равно собираешь не здесь. А, 200 метров хотя бы вглубь леса. Потому что, ну, потому что все равно выхлопы тяжелого металла идут. А тут кто-то собрал. Тут под березовики были. Ну ладно, это городские. Мы деревенские брезгливые. Как Баба Яга научила. Вот так, чуфы, чуфы. Бабушка обиделась. Удачи всем грибникам. Ой!